Следующая задача. Это задача номер 13. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд будет первой владеть мячом. Команда А должна сыграть два матча с командой Б и с командой С. Найдите вероятность того, что в одном матче первой мячом будет владеть команда А, а в другом их соперники. Как я рекомендую решать такую задачу? Легче всего это построить вот это дерево ветвлений. Значит, у нас несколько этапов. Обратите внимание, здесь команда А, фиксированная команда, играет с командой Б и командой С. Значит, саму команду А мы в условия не вставляем, она фиксирована, да? На первом этапе с командой Б может выпасть орел, либо решка. На втором этапе мы строим опять наше дерево. Итак, либо орел, либо решка. Всего 4 благоприятных исхода. Теперь мы возвращаемся к условию. Найдите вероятность того, что в одном матче первой владеть мячом будет команда А, а в другом их соперники. Итак, в одном матче, неважно в каком, первом или во втором. Итак, нам подходит вариант «Орел-решка» и нам подходит вариант «Решка-орел». То есть в данном случае нам подходят 2 случая из 4 или 0,5.